Планета в огне. В выходные дни горел самый крупный магазин бытовой техники «Планета электроники». При пожаре полностью выгорел верхний этаж, где находился мебельный отдел супермаркета. По словам работающих на месте дознавателей, пожар в торговом центре тушили несколько часов. К счастью, пострадавших не оказалось. По информации работающих на месте пожарных, возгорание произошло в субботу в 6 часов утра на верхнем этаже двухэтажного торгового центра. Сгорел весь зал, техники и бытовые вещи, что стояли на прилавке. После пожара в магазине «Планета электроники» осталась только рекламная вывеска, а остальное все сгорело, рассказывает директор торгового центра. Мебели не было, наше оборудование металлическое и техника. Полный зал. Ликвидировать огонь удалось только около 11 часов. В работе пожаротушения приняли участие более 10 пожарных машин. Радует одно – жертв и пострадавших не оказалось. Я об этом узнал уже в 5:36. Все, это мое уже было. Я уже вышел туда, минут за 15 доехал, все пожарные расчеты, все машины стояли. На сегодняшний день выявляются причины возгорания. Отрабатывается версия возможного замыкания электропроводки. Сторожей не было. Этот объект находился на пультовой охране. То есть сигнал о пожаре, о сработке пожарной сигнализации поступил в частную охранную организацию, которая имеет пульт, куда был выведен этот объект. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».